И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на сервере Savage, все так же с модом Ark Commerce Live. Посмотрим на один. Посмотрим. Такс, так, судя по посмотрим. Да, блинский. Так, я все так же снимаю в тот же день, решили, от Заку нужны обелиски и так далее. В общем, сейчас я вам объясню. Меня спрашивали, как достать жуков и обелисков. Смотрите. Да, здесь гамма сейчас включена, так что извините. Вот такая вот есть балдень. Изучается на 100-м левеле. Создается она... Не, надо, короче, гамму убирать. Меня она бесит. Я сам ослеплю когда-нибудь с этой фигней. Три давай хотя бы. Эта фигня у нас изготавливается здесь, в верстаке. Выглядит она вот так, как елдак. По-другому не называть. Извиняюсь за выражение, но по-другому реально не назвать. И смотрите, суть дела в чем. Чтобы... Только не смей тут вязать. Понятное дело. Чтобы вызвать... Так, он мне там расписывал так. Чтобы... Сейчас сюда давайте посмотрим. Так... Чтобы призвать, нужен куб Ориджина. Вот, Ориджина. Находим Ориджина. Саваш. Так, чертеж, Нексусы. Вот, Ориджин Матрикс. Создается Токсик Блад, Артефакт Неуязвимости и Чиф Соул. Чиф Соул — это боссы, такие типа как Вардены, все дела. Сейчас с ними проблема, они крашат. Вот, ну как бы... Ресурсы пока что есть, поэтому он состряпал немножечко нужных благ. Вот, дальше, чтобы, то есть, убиваете Ориджина и получаете при разделывании трупа, получаете нужный, собственно, этих самых жуков, разных жуков. Вот, когда труп сжираешь. Вот, и, собственно, обелиск выпадает, как я понял, примерно такая же история, только когда убиваешь саважей. Вот, есть Саваж Блатмаза, Саваж Додорекс, Саваж Драгон и Саваж Горилл. Да, кстати, вот Чиф Матрикс есть, но пока что их лучше не вызывать, потому что игра крашит. Вот, самое лучшее вызывать — это Додорекса. Почему Додорекса? Потому что они, собственно, не вызывают сумончиков маленьких. Как помните, у... Да, может, вы видели, у Нексуса вызывают, мелких всякого говна и так далее. Так, это мега. Нам нужен Саваж Додорекс, окей. Так, всех омег брать. Ай, твою ж дивизию. Всех омег брать. Ага. Всех. Вот, просто я не знаю. А, всех, отлично. В общем, берем все ресурсы. Кстати, ну, я наводил, вы видели, из чего они состряпываются. В основном используется голова. А, вот, кстати, улучшен компи Матрикс. Собственно, вы видели компика того. Вы видите, из чего они состряпываются, так что не проблема будет. Так, шанс дропа близко не очень большой. Вот, пожалуйста, шанс дропа небольшой. Так, ну что, погнали. Взял я все матрицы. Я все так же в сраном говне хожу и так далее. Так, все, погнали. Закрываем дверь. Так, я думаю, на лорду Дови Веру не садиться вообще нет смысла, ни о чемное. Да? Адзака же любит на прайме Аргентависе летать. Мне на кого сесть? Мне на кого? Ага. Прайм. Ага, понятно. Не туда. Все, отлично. Полетели. Так, осталось только найти тебя. Так, ну ладно, сейчас уже подлетим. На жуков таскают. А, понятно. А, даже так. Отлично. В общем, короче, сейчас уже подлетим, и я стартану. Вот и босс, кто-то призвал.
Ой, матерь божья. Ну, давайте смотреть. Это чиф, но крашит какой-то другой. Отлично. Значит, если мы завалим чифа, то значит у нас будет душа. Это то, что улетать? Отлично, тогда валим отсюда. Окей. Ясно. Я приманю. А ты? А я? А мы вместе? А что делать мне? Да твою мать, сраный язык. А что делать мне? Да, фигово, у него нет микрофона, все дела, поэтому как бы такие вот... Просто следуй. А, понятно, окей, погнали. Понятно. В общем, я пока что как зритель. Ой, он испарился из виду. Окей, как зритель. Вот он в натуре продуманный, а? Не успел заснять. Вот фотонные пушки стоят. Вот он куда их вел. Фу, блин, а я-то думал. Вот ж в натуре. Вот уже жуки ползают и так далее. Вот это ж... Я даже нажать не успел, они просто трупы. Тупо пух-пух-пух, нет никого. Вот ж в натуре, а. Продуманный. Офигеть, можно. Просто тупо, у него тут стоят пушки. В странном количестве. Запитанный, блин. Турели маню, не успел заснять, не успел, я просто увидел лучи, тю-тю-тю, смотрю, уже труп падает, ну, собственно, вы уже сами все видели. Офигеть. Да уж. Вот лут, ну-ка, где лут, хочу лут глянуть. Оп. Ну вот, ну, собственно, где броньки, о, ботиночки, надо ботиночки взять. О, он убежал, значит, я могу все взять. А, ну по сути, что, я ж мы сейчас в одном трайбе, так что все пучком. Ботиночки, я хоть по снегу перестану. Ну и души. А, кстати, на душ. Сколько? Просто интересно, одного. Сколько выпало душ? Сколько душ? Я далее повидать был. Не, офигеть, просто тупо плазма, пушки и все. Пух, просто пух и нету ничего. Офигеть. Вот только дикие здесь и написано даже без предупреждения. Радиус большой, только дикие. Отлично. Так. Погнали. Гоу сперва до дрексов. Вызывать? А, окей. Просто в натуре продуманный, прошаренный. Ой-ой-ой. Там прибать. А! Блин. А! Здесь в воде присылают. Все, понятно. Иначе атакует. Так, в воду зайти. И давай до дурексов призвать. Использовать. Ёптель. Не, я просто очкую. Я-то вообще первый раз это делаю. Уже начинаю что-то бить. Алло, блин. Это что сейчас было? А,
А, он может еще и по трилям ударить. Нифига себе. Вот я поворот событий дня. А, вот он! Додоша. Саваж Додорекс. Отлично. И что дальше делаем? Точнее, ты делаешь, а я смотрю. Это всегда только так и получается. Окей. Нуклер. Я понял. Он просто с нуклер базуки и потом плазма. О-о-о-о-о. Ну вы сами все видели. Саваж Додорекс костюм. Круто, да? И все, блин, понимаете? И все. Вот ж натыри прошаренный. Не, плазма пушки это, конечно, здорово. А вот он уже здесь тусуется. Так, давайте посмотрим, что дальше. Будешь лут смотреть? А, блин, желательно. Это не тот лут. Так. Я хочу. Опаньки. Кибла мини-нук. Окей. Стрел. Так, где Вивернка? Ага, взлетела. Отлично. Так, теперь надо срочно к Виверне. И вниз. Так. Что же брать? Кого он там стреляет? А, ихтиозавр. Без разницы. Ну давайте я сажу хочу. Я хочу сажать. Опаньки, захаву. Блин, я не успел даже написать, он уже говорит, что нужно делать. Такс. А если сразу двое? Так, ладно, не хочу рисковать. Использовать. Отлично. То есть используешь, он некоторое время вызывается. Дальше, если в плазму пушки сразу не бьют, то просто-напросто агрим его с помощью ракетницы. Причем, ну, ракеты сами падают с них же. И все. Очень легко. Ну только прежде чем это все легко сделать, чтобы было так легко, нужно нехило так попыжиться. Да уж, вот еще один. И сразу же. Бабах! Второй удар. Третий удар. Нехило, нехило, нехило завалили. Опаньки. Я хочу посмотреть. Опаньки, я застрял. Жадность моя погубила меня. А я застрял в нем. Да как так? Так реально только я могу... Черт! Благо я не сдохну благодаря фулсету. Нет, я не могу. О, я вылез. Прикинь. Вот это вообще поворот событий дня. Где ноги, он говорил, да? О, прикол, здесь разного уровня, оказывается, есть. Короче, где задница смотреть, да? Окей, все, я вылез! Я опять застрял. Бот на 7 ковра нет, нехило. Нехило. Ну, собственно, видите, да, как неплохо, как легко убивать саважей рексов. Рексов саважей. И Саваж Додорекс костюм какие-то выпадают. Опаньки. Вообще зачетненько. А это что у нас тут такое? Ой, а это он все не собрал. Ясно. Че? Аргентайнс под водой. Нафиг. Аргентайнс под водой, отлично. Надо правим Аргентависом. А нет, тут боты. А, я взял стрелы и иглы. Я просто гений. Я стрелы и иглы.
Такс. Ну и напоследочек, так сказать, давайте двоих вызовем. Я говорил Ладзака, вызову двоих. Ну, говорил то, что в другом месте он вызывал их по 9 сразу. Маньячело, блин, еще тот. И это, как я понял, его не первое место. Это реально, маньяк, убийца нафиг, в натуре. А я думал, куда он ведет их? Что он собирается делать? Как мы их будем убивать? Ну да, конечно, просто... Пух, ваншотом нафиг. Как делать нефиг. Да уж. Так вот, поворот событий дня. Оп, сразу двое. И бабах! Бабах! Так, минус один. Ага, он под скалу залез. Вот скотина. Вот это, конечно, подстава. Оп! И вылез. Оп, и вылез. В натуре. Без башни. Даже попасть не могу. Вот я лошара. Отлично. Не, конечно, лучше было где менее глубоко, так сказать, не так глубоко. Ну, да ладно, и на том хорошо. Так, давайте вот сейчас, короче, я должен посмотреть, как положено. Что? Труп испарился, прикиньте. А, так это днище. Это дно воды. Вот ж, ёптель. Офигеть! Клонник Джинс Машин, вот откуда он ее взял. Ботиночки. Круто, практически фулл сет. На 6500 шапка. Окей, берем все. А где второй? Что, уже золотого, что ли? Видите, это дно, а я думал, там дальше можно опуститься. А тут так-то не сильно глубоко, я вам так скажу. Нет, не видел. Я думал, ты залутал. Окей. Может, там где в скале? Давайте искать. Ой, у меня перевес сраного. А, у меня языки был в перевес сраного какой. Понятненько. Вот, нашел, блин. Отлично. А где ты его нашел? В скале? Не в скале? На скале. Возможно. Так. Ну, чё, сейчас уже с додурексами закончим и посмотрим всяких омежечек. Ух, давай всплывай! Тут второй мешок. Как где? Я не вижу! Где? Я слепу... А, во! Вижу. О, нифига себе, в скале, конечно. Увидел бы я его. Я так такое как нашел бы. Так, давай посмотрим, что там у нас. О, вот тебе и фулл сет называется. Отлично, я все взял. Так, надо киблы выкинуть. Как бы мне было их не жалко, но надо их выкинуть. Всплываем, а то я с ними пойду, вместе с ними пойду на дно. Ну все, сейчас уже додошек добьем и посмотрим, что будет дальше. Так, ну что, в общем, поубивали их дофига, броньки выбили дофига, но... Обелисков не выбили. Кстати, именно с додорексов выбиваются обелиски. Кстати, омега додик, кен киллом. Додоик. Килла. Додик. Вот. Такс, ну ладно. Давайте вызывать, короче, сначала. Такс. Окей. Омега фрог. Так, давайте посмотрим, что будет. Ну, я лучше буду на берегу вызывать. Потому что я очкую, они там тонут, все дела. Я снизу вызвал. Лягу. Ху. Ну, я-то думал, они такие же там, типа, как это, додоши там. Такие мощные. Ой, она такая медленная. Круп не жри, окей. Не проблема. Так, давайте смотреть, что же все-таки нужно делать. Потому что я лично... А, ну их просто убивать. Их просто убивать, ничего более. Посмотрим, что они там, дамаг наносят, нет? Угу, она там вообще зажалась в углу.
Я накосячил. Ой, ты ж матерь божья. Кстати, да, вот видите, там ракетницу вывели, нуклеар бомбы выкинули. Кстати, вот этот 245 это именно нуклеар бьет. Это круто. Это офигенный просто дамаг. Я лучше вмешиваться не буду. Кстати, выбили два синих граника, и, судя по всему, это офигеть как круто. Ох ты ж, блин. И... О, ты ж, блин, на них хило так она дамажит. И вот она попала под плазму. Вот и Омега Бельзебуб. Не жри, не жру, я хочу посмотреть. Я понял, да, я знаю, я хочу посмотреть, что там внутри. Броньки, инструменты, окей. Ага, положу кибо в ласт слот. Да. А, вот как жуки делаются! С руки! Тихо-тихо-тихо-тихо! Стой! Да стой ты, жучара, стой! Стой, ёптель! Да стой ты, твою ж медь, а! Не агрессоры, да я уж понял, что они мутозят. Ну, конечно, по единичке их по ни о чём. Во-во-во-во! Отлично! Фу. Получилось. 130 подловил. Нехило так. А что тут можно делать? Отлетаешь? Ага, понятно. Ну все. Офигеть. И теперь вот этот жучок. Один бензин на них надо. У них надо. И они типа за один... Так, и давайте узнаем как. И как ты сделал? Что? Жуком. О, даже так! Прикольно. Разобрал его просто. Блин, для тебя это просто. Ну, давайте заберем все. Как это делать? Так, блинский. Так, да нафиг на месте. Вот почему он говорил не кусать все дела, то что типа надо было подготовиться. Окей, ясно. Так, давайте еще кого-нибудь возьмем. Там же вызывать. Тролль, блин. Ну я-то не знал, что говорил, не жри, блин. И ну я и не жрал. Как бы я и не жрал. Такс. Давайте Анкила. Использует Анкила. Кстати, используется он как этот. Такс. Давай-ка. Я хочу тебя. Ай, да ладно, короче, тусуйся там. Один оставится один на один. Ну, я только одного пока что и вызвал. Я понял, что ты маничил и хочешь просто один на один с ним драться. Ох, не клапка. Ай, блин. Ну, наверное, типа откидывают все дела. О, ты надкила. А, блин, алё, блин, куда приземляешься? Самый экшен! Ёптель! Ну благо анкилы две! В натуре самый экшен. Так, окей. Да-д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 а. Я хочу глянуть. Ох, ты ж матерь божья, сколько всякого говна. О, еще и киблы. Прикол. Так, типа, короче, разбираем тебя. Ну давай, давай, разбираем тебя. Окей, давай, разбираем тебя. И второй новый больше, сильнее, мощнее.
Да, я понимаю, у меня есть инструменты, все дела, но я хочу кулаками. Опаньки! Опаньки! Вот так надо делать сразу же. И все. И все. И просто зачетно так взять все. Отлично. Круто. Ну, вот я вам показал, как взять жуков. Фу, блин. Как взять жуков. Были ангело. Блин. Были. Я показал вам, как делать жуков. Делать их несложно. Хорошо, хорошо, не проблема. Сейчас я этих жуков и уберу, короче, отсюда. Так, отлично. Дайте, я тоже туда слезу. Так, с анкилу не трогаем, значит, пингвин. О, интересно, какой он будет. Ух ты, блин, а сблизи-то это еще басевее выглядит. Я вооружен, опасен, не подходи ко мне. Давайте, я хочу посмотреть, как это вблизи выглядит. Насколько это круто и эпично. Пингвин. Ох ты, нифига какой он! Не маленький, я бы так сказал. Бам, 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 бам. И нету его. А что у нас здесь? О, бутыльки, снова экспа, бронька. Ну, такой лут вполне нормальный. Хотя не агрессоры, да я уже понял, раз он так бежит. Ой, такой же пингвин, блин, покатился, называется, сразу же. Круто. Давайте еще кого-нибудь посмотрим. Че, разбираешь его? Так, ну давайте я все заберу, короче. Угу. Кстати, у меня же есть инструменты. Давайте копье, короче, возьму. Попробуем копьем, короче. Копьем такая же фигня канает? Такая же фигня канает! Отлично! Такс, отлично. Бежим назад. Отгоняем жучков. Блин, офигеть, я не думал, что настолько... Надо будет пересмотреть, короче, видосы и вначале посмотреть, как делаются эти... эти кубы. Так, бивер какой-то, дикурус, толопка. Отлично, давайте колобочком. Колобочек, колобок. Иди курс. Использовать. Не, сблизи это куда выглядит намного эпичнее, чем издалека. Ну, а рядом с плазмопушек пушками так еще сильнее. Единичка бензина, и все, и они вырабатывают тонну ресурсов. Офигеть. У меня даже появилось желание продолжать на сервере играть. Но только проблемка будет в том, что, возможно, опять сраные хейтеры появятся. Ну, да и фиг с ними. Конечно, проблема то, что от Зака не восстановили обелиски. Обелиски, конечно, это фигово. Офигеть! Вот это он там бабахнул. Понятно, почему он не хотел один на один с ним. О! Бельзебуб. Ничего, редкий. И вот так. Опаньки! Твою мать! Нет! 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 Не успел! Не успел! Я не успел. Ну ладно. Нету желтенького. Не успел. Ну ладно, что поделать. Не успел, так не успел. А, он генератор тогда выключал. Ну ладно, не, ну тут еще меня тоже лоханулся, я что-то не успел, так что все пучком. Там вы все видели прекрасно, что было, так сказать, видно, что может, типа, можно его за это уже. Килл гоу 1-1. Еще есть бивер. Как там? Бивер.
есть. Его тут. Что я что-то так не понял, бивер это кто? А что это там уже разлетался? Стой на месте. И двигайся. Окей. Так, бивер. Отлично, давай посмотрим. Кто это? Что-то я даже и не понял. А чё у тебя курица-то летает? Во, отлично, приземлился. Интересно, а плазма пушки сквозь аргента будет стрелять? Офигеть, аргента с 205 левела уже стал. Вот в натуре. Еще 199 был левел в начале видео. Сразу не забирай. Ок. Чё не забирать? Лут? А, ну хорошо. А, бобёр, ёптель, бобёр! Бобёр! Да, конечно, такого... Вот почему он добывал... Упс! Вот это реально упс! Офигеть! Вот это подстава! Черт возьми! Вот это реально подстава такая! Стоять, бобрин! Черт, фейл при производстве! Фейл при производстве, говорю! В натуре! Неси генератор! Понеслась! Сейчас давайте даже вот посмотрим, сколько нужно, чтобы его завалить просто так. Это нуклеар, понимаете? Это ядерные ракеты. Насколько они дамажат. Мощно. И сколько нужно их забабахать. Так, тихо, тихо, тихо. Черт, я слишком высоко поднялся. Че там, он Зак что ли мутузит? Или кого ты там утозишь? Ну-ка, сдохни нафиг. Он, походу, к нему туда спустился. Офигеть, прикиньте, насколько плазма... Эти пушки, турели, насколько они просто жестко улучшают, точнее, увеличивают скорость убивания. Офигеть, я даже не задумывался об этом. Сюда, ага, блин, конечно, он сейчас там загрызет. Не, спасибо, я издалека постреляю. Я не хочу, я жить хочу. Однако. Я не хочу к нему подходить. Я очкую. И в задницу! Бабамс! Натуре мучило. Отлично! Вы прикиньте, это сколько надо дамага в него всадить, а? Я офигею, насколько они... О! Сдох, что ли? Ага, блин, игра зависла. Не, ну вы прекрасно видели, что он начал идти на дно. Блинский, я сейчас себя бомбану такими темпами. Я просто реально очкую. Я очкую, что я себя бомбану. Еще один драх! Бум! Ой, она летит как долго. Надо ближе подлетать. Во, подошел к берегу, наконец-то. Офигеть! Это ж какой урон у плазма турелей. Прикиньте, какой урон у плазма турелей. О, тихо, тихо, тихо. Я увидел. Тихо, тихо, тихо. Ох, мать твою. Нифига себе. Чуть вибу не замочкарил. Не свою. Файт. Полетел, родненький.
Офигеть. Можно, я чуть не свою виву не завалил. Да уж, нехило тогда маг. Вот с бобром-то точно один на один очковато будет. Ладно, добьем его как-нибудь. А мы все бьем бобра. Я написал от Зака, может реально легче генератор притащить. Но на что он сказал, то что он уже покраснел. Отлично. Уклонился, козел. Кстати, виверну я захилял, я вспомнил, что у меня в инвентаре есть эти... Хилочки! Хилочки есть в инвентаре. Да ладно, ты что, прикалываешься, что ли? Текс. Давай. Ближе. Козлина. Давай, ближе. Сюда, мани. Я что и делаю. Так, все, пучком. А теперь... В лицо! Вот он тебя... Слышь, беспредельчик. Просто тупо уклоняется и все. Вот, на упреждение, короче. Без вариантов. Офигеть, просто... Насколько Виверна сейчас страдает. Это просто пиздец. Найти в задницу. Слышь, алло, хорош, ну, уклоняться. Ты утопленник сраный. Он уклонился просто тупо от того, что он забаговался и... того. На дно пошел. Козел. Вот ж в натуре. Хитрозады, полтергейст. Отлично, он сдох наконец-то. И жучок вылез. Так, жук, стой, гад. Опаньки. Отлично, все, отлично. А где лутецкий, блин? Мне интересно, где лутецкий? А где лут? Я лут не вижу. Вот я подстал, конечно. В натуре. А может, чем мусор? Ну окей. Ну окей. В общем, как я понял, этих вызывают в основном для создания вот этих жуков. Вот. Где? Я только говно вижу. Вот я просто и говорю, опаньки, нифига себе, куда он забрался, вот зараза. Кидала ты, короче. Такс, ну все, окей, погнали. Ну, в общем-то, все. Получается, не получилось. О, оранжевенький, что там делаешь? В общем, не получилось от Зака в соло этом против Анкилла, он захотел Ориджина и так далее. В общем, ну, ему нужно уже выходить. Да и серия-то уже близится к 40 минутам, ё-моё, вы прикиньте, 40 минут. Это ж, когда ж у меня такие серии были, причем практически всю серию хоть что-то было продуктивное. Вот, в общем, еще раз повторяюсь. Здесь создаем вот эту балду, в этой балде создаем... вот эти самые... Вот он, Savage Dodo Rex. Вот, так, ну это Origin Matrix. Вот он, артефакт неуязвимости, собственно, его и будем... Ну, это вариант следующей серии будет. Вот, видите, Анкила. А сколько там? 1000 металла, да? 1000 дерева, 1000 камня, 1000 цементной пасты и 1000 полимера. Ну, вы понимаете, да? Но я думаю, полимера любого. Пока. А вот, я думаю, понимаете, что любого полимера проканает, так что это не про... Блин, он уже два артефакта притортал. Вот ж в натуре. Пучинах острова. Офигеть, он же под водой слетал, и уже два этих... Ну, блин. Маничелло, говорю же, еще тот маничелло. Делает все быстро, но иногда не слаженно. Блин, ну и елдак. В общем, делаете вот эти вот матрицы, убиваете... В последний слот ложите голд киблы, кстати, с них же, если что, они и дропаются. И
раздербанив труп, так сказать, томите жучка. Единственное, видели же, видели, как нужно убивать. Убивать лучше всего плазмопушками. Ну и в жопу, ну и в баню убивать. Мы ракетами задолбались этого сраного бобра убивать. Он козлина вообще, не знаю, минут 10 мы его ракетами валили. Это, прикиньте, сколько надо его убивать. Это очень долго. И все, и вот они, ваши жуки. Ну, а, собственно, помните те вот эти обелиски, которые стояли? Это с додорексов. Не получилось, да, 11 додорексов и ни одного обелиска, ну что поделать, зато сраного тучу ракетного выбивали, и это, так сказать, помогает убивать вот этих вот говнюков, точнее, заполучать этих говнюков. Вот, в общем, про обелиски рассказал, про жуков рассказал, ну а на это все, завтра будет что-нибудь новое интересное, пока что побуду в трайбе у Адзека, пока не решится судьба с моим домом, так как из трайба я вышел, и теперь, к сожалению, я туда заселиться не могу, там потому что стоят фундаменты моего старого трайба. Все, на этом все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, надеюсь, вам это видео было продуктивно, и на один вопрос у вас по этому моду будет меньше. А, ну и кстати, да. Единичку. Закидывайте единичку топлива. Хотя бы единичку. И дальше он сам будет автономно работать. Все. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливо и добра. Кстати, я посмотрел там дом хейтерка. Он уже пару часов не заходит. Да. Ну, я все в один день снимаю. Так что, видать, пошел пробздиться, проспаться. И зайдет, увидит, что база у него... Халамину, и надеюсь, он осознает то, что он поступил как идиот. Ну и все, на этом все. В общем, пока.